Привет, меня зовут Леся, и я автор кулинарного канала Taste TV. И Евгений Чернуха, бренд-шеф компании Electrolux. И это кулинарный челлендж от Electrolux. Сегодня мы приготовим курицу при низкой температуре и овощи на пару. Для сегодняшнего рецепта нам понадобится птица, в данном случае курица. Для ее маринада мы используем стандартно соль, смесь перцев, лавровый листик и соль. Для самого маринада используется вода. В качестве гарнира мы сегодня будем делать овощи на пару в духовке. Я сегодня выбрал для них брокколи, цветную, сладкий перчик. Специи мы сегодня будем использовать тимьян, чесночок и сливочное масло. Для глазировки, чтобы курочка приобрела красивый румяный оттенок, мы используем немного меда и желток от яйца. Предлагаю начать с чего? С маринада для курицы. Для него я возьму 1 литр воды, добавлю 40 грамм соли, немножко перчика положу сюда, несколько листиков лаврового листа и зубок чеснока. Потом это все я доведу до кипения, остужу и потом покажу, что делать дальше. Это ты, Вась, разбери, пожалуйста, брокколи и цветную капусточку на соцветия. Сейчас видим набирать популярности, а вот твоя идея, почему ты решила так двигаться в этом направлении? Ну, это была даже не моя идея на самом деле, это была идея моего мужа. Он очень сильно хотел что-нибудь монтировать, но у него не было темы. И он решил подключить меня. Сначала это было как хобби, да, сейчас у тебя там уже... А теперь уже семейный тысячи, подряд, да, такой. Тысячи фолловеров, которые ждут от тебя рецепт. Так, а теперь давай передвинемся к нашему чуду техники. Пока овощи готовятся, у нас есть еще полчасика, мы займемся курицей. Поступаем вот так. Через иголочку мы опять же насытим курочку. Ну, в принципе, я сюда вместил уже около 200 грамм воды. Достаем овощи и ставим в духовку курицу. Готовим овощи. Мы сейчас для них сделаем ароматное масло. Это будет как такая вкусная заправка здоровым овощам. Давай используем стандартную такую классическую метод глазировки. Это немножко возьмем ложечку меда, да, и желточек побьем. Первый этап приготовления с курицей завершился удачно. В следующей неделе мы приготовим тайский вок с говядиной и соусом манго. И я бросаю вызов каналу Вика Видео.